Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И мы с вами сегодня оказались на новом коттеджном поселке, который называется Благодать, и который находится у нас в Молдовке. Ребят, посмотрите, да, наверное, узнаете места. Вот на речках и все остальное. Просто потрясающий вид. Ну и давайте зайдем, посмотрим. Посмотрим с вами домики. И кто-то сейчас это скажет: Макс! 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 Да, именно скажешь так. Да более знакомые домики. Что ты нам пытаешься сейчас пропидолить? Именно так скажут мои уважаемые хейтеры и тому подобное, которые, у которых есть свой дом в городе Орске, который гораздо больше и при этом который дешевле. Давайте посмотрим, что это у нас дом. Дом 140 квадратных метров. И действительно, ребят, вы не ошиблись. Данный домик у нас похож на те дома, которые у нас находятся на Новом Ацесте и коттеджном поселке Ново-Верещагино. Но главная фишка этого дома в том, что он построен как положено. Ребят, посмотрите. Здесь у нас слой утеплителя. Я сейчас вам покажу. Здесь он нормальный, он утеплен, он сделан с душой. Снаружи одно и то же, но сделан хорошо, ребят. Поэтому давайте посмотрим. Здесь, как вы догадались, на первом этаже у нас 60 квадратных метров. И по большому счету здесь у нас будет кабинет вот с этой стороны. Либо, не знаю, там гостевая комнатка. И вот здесь, конечно же, у нас кухня-гостиная. Ну, кому-то, может быть, захочется сделать кухню-гостиную еще больше, да? Наверное, как я бы себе захотел сделать. Большую кухню-гостиную, огромную просто. Так вот, давайте поднимемся с вами все-таки на второй этаж. Потому что второй этаж мне нравится больше, чем в коттеджном поселке Ново-Верещагино. Почему? Да покачено. Так бы сказал бы любой другой риэлтор, но я это все обосную. Если мы берем с вами коттеджные поселки Нового Ацеста и Ново-Верещагино, то там у нас, начиная вот от этого столба, у нас идут два балкона. Без толковых два балкона. Здесь же эти два балкона сразу же вынесли. И в итоге балкон остался у нас только один. Но до него у нас дойдет время. По большому счету здесь можно сделать две хорошие полноценные спальни. Вот она одна, да, ребята, как мы видим, хорошая спальня. А вот здесь вторая полноценная спальня. Вторая полноценная. Здесь, как мы с вами догадались, да, с окошечком, здесь будет санузел. И в свою очередь здесь можно сделать либо один санузел, либо два санузла. Я за то, чтобы сделать два санузла. И вот здесь мы с вами видим, ребят, вот здесь посмотрите. Мы здесь с вами видим большую, огромную кухню, гостиную и гардеробную. Здесь можно все уместить. Кухня, гостиная, гардеробная, посмотрите. И вот здесь это как раз будет хозяйская спальня со своим санузлом. С хозяйской спальни мы можем с вами выйти и посмотреть на море. И море действительно здесь есть, есть горы. В общем, знаете, вот многие из вас мечтают, хотим на море, хотим на горы, хотим еще куда-нибудь. Вот это для вас, ребят, 100%. Вы знаете, вот я вот редко во что-то влюбляюсь, но сейчас я влюбился. Реально, ребят, я влюбился, просто я не могу... Мне нравится это место, потому что здесь я все жду у нас, как только получат документы на то, чтобы строиться. Но я взял и посчитал, да. Мне Евгений пообещал построить домик такой, да, ну, может быть, примерно такой и так далее. По цене 25 тысяч рублей за квадрат. Если мы берем с вами 140 квадратных метров, умножаем на 25 тысяч, то получается такая коробочка мне обойдется 3,5 миллиона рублей. Участок, который я присмотрел себе, да, пускай здесь у нас участок 3 сотки земли. Если желаете, можно взять на 5 сотках земли, всего лишь на миллион будет дороже. То в принципе на 5 сотках земли, мне 5 соток мне обойдется 2 миллиона вот в этом районе. В итоге получается себестоимость дома 5,5. Плюс еще нужно провести себя коммуникации, оформить все документы и так далее. А это еще как минимум нужно заложить 1500-700. И в итоге что получается? А получается то... А смысл мне вот страдать ерундой и строить себе дом, когда можно взять вот такой вот готовый домик? Хочется вам взять на 3 сотках земли? Вы можете взять и потратить 5 миллионов 700 тысяч. А хочется вам, чтобы было 5 соток земли? Вы можете потратить 6 миллионов 700 тысяч, и у вас будет 5 соток земли. А знаете, что самое прикольное вот именно в этом доме? Вот я сейчас вижу его, да, как я его сделал бы. Самое интересное, что вот именно здесь, да, смотрите, какой перепад. Можно внизу
взять и сильнее еще подчистить, да, и сделать перепад в том плане, что можно сделать паркинг, да, здесь сделать плиту, сделать бассейн. В общем, можно сделать все, что угодно, ребят. Реально, можно сделать все, что угодно. Поэтому, ребят, я могу сказать, что здесь аж 37 у нас будет коттеджей. 37 коттеджей. И про что я вам говорил по поводу утеплителя, давайте я вам все-таки возьму и визуально покажу, чтобы не быть многословным. Смотрите, ребят, какой перепад. Вот я бы реально бы вот забрал бы этот угловой дом. Он мне нравится больше всего, особенно по цене. Он то ли 5700 стоит, то ли 5900. Сейчас я уточню. Прям секунду. Это вроде у нас 11-й коттедж. А, 10-й. Он на 2,8 сотки земли. Он стоит 5700. А вот рядышком, да, там земли побольше. Там земли идет у нас 4 сотки земли. И он стоит всего лишь 5900. Дом на 4 сотках земли стоит всего лишь 5900. Я посмотрел, в принципе, хватает. Вот здесь бы я сделал бы гараж, сверху бы, над гаражом бы я сделал бы, не знаю, какую-нибудь зону там, не знаю, барбекю и так далее. Включайте фантазию. И в целом, да, у нас есть еще одна возможность построить здесь домик. Он вот здесь будет находиться, цена будет 7 миллионов, потому что у него 6,6 соток земли. И все равно будет обалденный вид, потому что перепад, ребят, посмотрите, очень-очень даже большой. Так вот, смотрите, мы видим с вами домики, да, вы видите, у нас снаружи слой утеплителя, мы видим, как собрана крыша, мы видим, как все сделано довольно-таки неплохо, и домики получаются у нас довольно-таки хорошие, ребят. Поэтому, если вдруг кто-то не хочет заморачиваться со строительством, как я сейчас думаю, говорю, просто вам дешевле, чем 25 тысяч рублей за квадратный метр, никто не построит. Участок дешевле, чем за 2 миллиона рублей, вы не найдете. Коммуникация дешевле, чем за 500 тысяч все вместе сделать с документами, с разрешением, со сдачей, вы тоже не найдете. Если вдруг не хочется заморачиваться, а хочется, опять же, надо дорогу сделать. Если не хочется вот именно в таком духе заморачиваться, то я рекомендую вам данному коттеджу поселку, который находится в Молдовке. Посмотрите, какой здесь вид. Конечно, я понимаю, надо приехать в хорошую погоду. И на самом деле коттеджи от 5 700 000 рублей, это супер, это классно, и мне это место безумно понравилось. И кто-то скажет, Макс, ты переобулся? Да, я переобулся, но я здесь сижу, только слышу вот звук, да, я не слышу трассу, ничего не слышу, это супер, супер-супер. И до школы здесь всего лишь 400 метров, до школы 400 метров, смотрите, да, и вот тишина стала, тишина, птички поют, все супер, все классно. А теперь, ребят, всем пока!